Всем привет, мои дорогие друзья, и это мой первый СМР. Я под звуки дождя буду вам говорить всякие приятные слова. Например, ты очень-очень красивая. Да, и это комплимент. А ты очень-очень старательный. Прям так сегодня постарался. Ты просто прекрасный человек. Я реально не могла видеть других людей, таких, как ты. Ты реально очень хороший. Во-вторых, сегодня я хочу рассказать тебе чуть-чуть о погоде. За окном у меня погода дождливая. У меня небо не голубое, а такое желтое, сероватое. Вот ездят машины, а я смотрю за окно. Даже сейчас уже ветер поднимается и становится очень-очень хорошо. Вот. И я хотела сказать, например, что сегодня у меня было хорошее. Например, я сегодня встала с утра, немножко повалялась в кроватке, потом покушала, пошла на занятия, и завтра я еду домой. Сегодня у меня еще пришла зарплата. Это очень-очень хороший день, потому что я уже сказала, что зарплата пришла. И я сегодня повалялась. У меня сегодня пара единственная началась во сколько? Она началась у меня 12 часов. Вот. Я вообще не могу прекратить смотреть на окно. Здесь настолько красиво. Здесь шумит дождь. Здесь небо не темное, а желтое. Слышны звуки машин, которые едут по мокрой воде, которая находится на дороге.